Весенне-летний сезон улицы Одинцова украсит более 440 тысяч цветов. Посадочные работы начались 26 апреля и продлятся до 1 июля. В ассортименте анютины глазки, петуния, бегония, розы и многие другие декоративные растения, которые будут радовать жителей и гостей города. После высадки работники МБУ «Одинцовское городское хозяйство» будут ежедневно ухаживать за клумбами, чтобы они не теряли вид.